Период между X и серединой XV века был временем постепенного сужения границ Восточной Римской империи и падения политического значения византийского Василевса. Для христианской церкви на Востоке это было время тяжелых испытаний, вызванных как крестовыми походами, так и завоеваниями турок-сельджуков. При этом часть христианского населения проживала на землях, завоеванных арабами. Половина второго тысячелетия для Византии была ознаменована целым рядом ренессансов в литературе, науке и изобразительном искусстве. И церковь, несмотря на стесненные внешние обстоятельства, продолжала жить напряженной литургической, богословской, аскетической и мистической жизнью. Одним из главных духовных центров Византии в то время был Афон. Афонский полуостров на севере Греции был густо заселен монахами. Там подвязалось около 3000 иноков разных национальностей. Характерной особенностью Афона на протяжении более 1000 лет вплоть до настоящего времени является то, что он представляет собой конфедерацию мужских монастырей, объединенных одним уставом. Доступ на Афон женщинам строго запрещен. Такой порядок начал складываться на Афоне уже при святом Афанасии Афонском, основателе Великой Лавры, носящей его имя. Характерной особенностью монастырей Афона был и остается их интернациональный характер. С X века грузины получили в удел Иверский монастырь, а с XII века русские владели Пантелеимоновым монастырем, болгары – монастырем Заграф, а сербы – монастырем Хиландар. В XIII веке Афон оказался в эпицентре монашеского движения, получившего в науке название исихазма. Одним из главных аспектов этого движения стала защита многовековой монашеской практики молитвы Иисусовой. Монахи Афонской горы, следуя завету апостола Павла «непрестанно молитесь», разработали практику непрерывного произнесения краткой молитвенной формулы. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Эту молитву монахи совершали в течение всего дня, в том числе и тогда, когда руки их были заняты работой. На Афоне, кроме того, употреблялись некоторые особые приемы, которые помогали монахам сосредотачиваться на содержании молитвы. Суть этих приемов описана в трактате под названием «Метод священного внимания и молитвы». Сев в безмолвной келье и наедине, в каком-либо одном углу, затвори дверь ума и вознеси ум твой от всего суетного. Затем, упершись подбородком в грудь, устремляя чувственное око со всем умом в середину живота, то есть пупок, удерживай дыхание, чтобы не дышать часто, а внутри найди место сердца. И сначала ты найдешь там мрак и непроницаемую толщу, но постоянно, трудясь в молитве день и ночь, ты обретешь, о чудо, непрестанную радость. Ибо как только ум найдет место сердечное, он увидит посреди сердца воздух, а себя самого увидит озаренным божественным светом. В XIV веке в Византии возникли споры вокруг этого метода молитвы, а также вокруг учения исихастов в целом. Главными действующими лицами в спорах были афонский монах Григорий Палама, впоследствии ставший архиепископом Фессалоникийским, и монах Варлаам Калабриец. Варлаам высмеивал опыт афонских монахов, презрительно называя их «пуподушниками», так как если бы они считали, что душа человека находится у него в пупке. Он высмеивал тот опыт созерцания божественного света, который на протяжении веков был характерен для монахов-исихастов. В ответ Григорий написал 3 трактата «В защиту священно-безмолвствующих». Он настаивал на том, что молитва – это не только умственное, но и телесное делание.
охватывающие всего человека, включая ум и сердце, душу и тело, взор и дыхание. По учению Паламы, душа пользуется телом как орудием, а телесным органом, в котором локализован ум человека, является сердце. Если ум во время молитвы будет находиться вне тела, как рекомендовали противники исихазма, то он никогда не сможет достичь внимания и сосредоточения, но всегда будет пребывать в рассеянности. В сердце же ум сходит благодаря дыханию и вместе с дыханием. Палама решительно выступает против Варлаама, это вопрос о богопознании. Варлаам утверждал, что Бог всецело непостижим, но Григорий дал богословское обоснование понимания Бога как одновременно непостижимого и постижимого. Одним из путей объяснения такого парадокса в восточно-христианской традиции служило понятие о действиях или энергиях Божиих, отличных от сущности Божией. Если сущность незрима, энергии могут быть видимы. Если сущность неминуема, энергии могут быть именуемы. Если сущность Божия непостижима, то энергии могут быть постигаемы разумом. С именем святого Григория связана интересная страница в истории отношений христианства с мусульманством. Около года Палама провел в турецком плену, где он имел возможность беседовать с высшими лицами турецкого государства. Помимо богословских тем, они спорили и о ходе мировой истории. Магометане видели благословение Божие в своем военном превосходстве над греками. Однако, по мнению Григория, критерием истинности религии не может быть военное превосходство, и религия не должна навязываться силой. В том, что христианство является религией свободы, Палама видит ее превосходство над мусульманством, что он и разъяснил своим оппонентам в ходе одного из диспутов. Пусть Магомед, отправившись с востока, прошел победителем до запада, но побеждал он войной, мечом, грабежом, порабощением, избиением людей. Из этого ничто не может исходить от Бога, который добр. А учение Христа, хотя и отвергающее почти все удовольствия жизни, охватило все пределы вселенной и господствует среди тех, кто воюет с ним, без всякого насилия и скорее торжествуя над насилием. Между тем, границы Византийской империи продолжали сужаться, и полчища турок все ближе подходили к сердцу Византии, Константинополю. В надежде спасти Великую империю от неминуемой гибели, император Иоанн Палеолог отправился на запад, где заключил унию с Римом. Об этом мы подробно говорили в предыдущем фильме. Общее настроение греков накануне падения Византии было выражено в словах византийского флотоводца Луки Натароса. «Я предпочитаю увидеть царствующую в городе турецкую челму, чем латинскую тиару». Через 14 лет после заключения Флорентийской унии и через 3 года после ее осуждения на Константинопольском соборе столица Византийской империи оказалась в руках турок, а Лука Натарос был по приказу султана обезглавлен вместе со своим 14-летним сыном. Греки подписали унию во Флоренции в надежде на то, что латиняне окажут им военную помощь. Однако помощь ограничилась присылкой 3 генуэзских галер с несколькими сотнями добровольцев, которые, впрочем, мужественно сражались бок о бок с греками. Кроме того, в Константинополь был прислан кардинал-митрополит Исидор, тот самый, который от имени русской церкви подписал унию, а затем был с позором изгнан из Москвы. Ему император разрешил служить в соборе Святой Софии. Когда в апреле 1453 года турки начали осаду Константинополя с суши и с моря, их войско превосходило по численности византийскую армию в 20 раз. Тем не менее, осада города продолжалась 7 недель. В ночь с 28 на 29 мая в храме Святой Софии было совершено последнее христианское богослужение. –
а вечером 29 мая город был взят турками. Последний византийский император Константин XI Палеолог погиб при обороне города. Храм Святой Софии был превращен в мечеть. Взятие Константинополя сопровождалось трехдневным грабежом, в ходе которого турки с разрешения султана убивали и грабили всех, кого хотели. По приказу султана были казнены некоторые оставшиеся в живых представители византийской знати и духовенства, в том числе кардинал Исидор. Многие церкви были разграблены и осквернены. На Константинопольский патриарший престол по инициативе Магомета II был избран ученый-монах Геннадий Схалари, решительный противник унии. Ему Магомет II, по подобию византийских императоров, лично вручил патриарший жезл. Геннадий стал главой Милета, греческой общины, наделенной правами самоуправляемого этнического меньшинства. Султан снабдил патриарха грамотой фирманом, наделявшей его правами духовного и светского главы греческого населения Османской империи. Влияние Константинопольского патриарха среди христианской паствы империи было не только сохранено, но даже упрочено, благодаря тому, что патриарх получил от султана не только церковную, но и некое подобие политической власти. В основу религиозно-политического устройства новообразованной империи был положен характерный для исламского мира принцип совмещения духовной и светской власти в одном лице. Турецкий султан, будучи абсолютным монархом и одновременно религиозным лидером империи, делегировал часть своих полномочий Константинопольскому патриарху, который стал посредником между султаном и христианским населением. Де-факто патриарх вынужден был выполнять функции проводника воли султана, что давало ему определенные привилегии внутри Османской империи, но лишало его какой-либо возможной церковной власти за ее пределами. На несколько последующих столетий судьба Константинопольского патриархата оказалась неразрывно связанной с судьбой Османской империи. Хотя христиане по воле султана получили определенное место в структуре турецкого общества, вскоре стало ясно, что христианство воспринимается как второразрядная религия, а христиане – как граждане второго сорта. Они платили высокие налоги, носили особую одежду, церкви была запрещена миссионерская деятельность, а обращение мусульманина в христианство рассматривалось как тяжкое преступление. За право вступления в должность патриарх должен был платить султану огромную сумму денег. И, как правило, патриархом мог стать тот из претендентов, кто был способен больше заплатить. Султаны были таким образом заинтересованы в том, чтобы как можно чаще менять патриархов. Причиной частой смены патриархов были также внутренние нестроения в Константинопольском патриархате и борьба за патриарший престол. Кроме того, любое проявление нелояльности по отношению к турецкому режиму жестоко каралось. В результате из 159 константинопольских патриархов, занимавших престол между 15 и 20 веками, 105 были смещены турками, 27 вынужденно отреклись от престола, 6 были умерщвлены и лишь 21 умер своей смертью, находясь на должности. Один и тот же человек мог стать патриархом и быть низложен несколько раз. После захвата Константинополя турки продолжили завоевательные походы, в ходе которых порабощению подвергались в том числе исконные православные земли. В 1459 году Магомет II овладел Сербией. Вскоре в составе порты оказались Александрийская, Антиохийская и Иерусалимская церкви. Древние восточные патриархаты, в отличие от сербского, не были упразднены. Однако фактически они находились в зависимости от Константинопольского патриархата, который был единственным главой православной церкви на территории Османской империи, признанным государственной властью. С турецким завоеванием
связано постепенное ослабление афонских монастырей и угасание на Афоне традиции исихазма. Хотя турецкие султаны покровительствовали Афону, самоуправство мелких чиновников, высокие налоги, которые вынуждены были платить монахи, а также пиратские набеги, все это не способствовало процветанию Святой Горы. Турецкое завоевание в значительной степени парализовало интеллектуальную жизнь греков. Развитие православного богословия остановилось. Главной задачей для церкви было выжить и сохранить свою традицию. Это было необходимо не только ввиду постоянного гнета со стороны мусульман, но и ввиду регулярных попыток Латинского Запада склонить греческую церковь к подчинению Риму. Что же происходило на Западе после Феррара Флорентийского собора и падения Византии? Католическая церковь продолжала жить своей жизнью, все более отдаляясь от православной. Она переживала период Великой Схизмы, когда помимо папы в Риме существовал другой папа с резиденцией во французском Авиньоне. Константский собор 1410 года положил конец этой схизме, объявив авиньонских пап антипапами и еще более упрочив власть римского понтифика. В XVI веке Запад потрясло движение, инициированное монахом Мартином Лютером и впоследствии получившее название Реформации. Лютер выступил не только против верховной власти папы, но и против целого ряда вероучительных положений католической церкви. Протестное движение охватило широкие круги верующих, было поддержано германскими курфюрстами и распространилось по всей Европе. Ответом Рима на вызов протестантизма стало дальнейшее укрепление папской власти и окончательное придание ей сакрального статуса. В 1870 году на Первом Ватиканском соборе был принят догмат о непогрешимости папы, когда он излагает учение церкви. Таким образом, авторитет папы был окончательно поставлен выше авторитета собора. Не все католики приняли новый догмат. Часть несогласных с ним епископов отделилась от католической церкви и образовала самостоятельную церковную структуру, получившую название Старокатолической церкви. На протяжении веков римские папы предпринимали разнообразные попытки присоединить православных. Очередная попытка заключить унию была предпринята в конце XVI века в Польско-Литовском княжестве. Правители княжества, будучи католиками латинского обряда, способствовали распространению католичества и ущемляли интересы православных, вмешивались во внутреннюю жизнь православной церкви, назначали и смещали епископов. Некоторые иерархи, стремясь к большей независимости от светской власти, считали выходом из положения заключение унии с Римом, что позволило бы им беспрепятственно совершать богослужение по восточному обряду. В 1596 году в Бресте состоялся церковный собор, на котором было принято решение о вступлении в унию с Римом. Противники унии во главе с князем Константином Острожским созвали свой собор, на котором сторонники унии были низложены. 10 октября униатский собор низложил противников унии, обратившись к королю Сигизмунду III с призывом передать их епархии, монастыри и храмы униатам. После этого началось систематическое уничтожение православия на польско-литовских землях. Центрами сопротивления унии в этот период стали монашеские и мирянские братства. Одним из главных ревнителей унии в первой четверти 17 века был полоцкий униатский архиепископ Иосафат Кунцевич. Его трагическая история – одно из многочисленных свидетельств взаимной ненависти православных и униатов. Получив от короля грамоту на подчинение своей власти всех православных монастырей и храмов, Кунцевич стал требовать присоединения к унии от всех священников епархии.
Кунцевич не только отнимал храмы у православных, но даже запрещал совершать православное богослужение в частных домах и шалашах, а непокорных священников отлавливал и сажал в тюрьму. 12 ноября 1623 года Кунцевич был зверски убит жителями Витебска. Его труп был изуродован и брошен в Двину. Король ответил на убиение Кунцевича жестокой карой. 19 гражданам были отрублены головы. Около сотни других жителей города, успевших бежать, были приговорены к смерти заочно. Папа Урбан VIII, не зная о том, что казнь уже состоялась, в письме от 10 февраля 1624 года требовал расправы над виновными в убийстве Кунцевича. Жестокость убийц не должна остаться безнаказанной. Там, где столь тяжкое злодеяние требует бичей мщения Божия, да проклят будет тот, кто удержит меч свой от крови. В 1643 году папа Урбан VIII причислил Кунцевича к лику блаженных, а в 1867 году Пий IX причислил его к лику святых. Михаила Толстого есть рассказ о том, как в середине 19 века один католический архиепископ посещал Москву с дипломатической миссией. Митрополит Московский Филарет тщательно подготовился к этому визиту и запер в Успенском соборе Московского Кремля все раки с мощами святителей, чтобы архиепископ не прикладывался к ним. Впрочем, гость и не собирался этого делать. Он вошел в Успенский собор, молча осмотрел его и вышел. Когда его спросили, почему он не поклонился мощам святителей, он ответил: «Не могу же я поклоняться святыням вашей схизматической церкви». Существовали в католической церкви вплоть до середины 20 века. Лишь на Втором Ватиканском соборе, инициированном папой Иоанном в 23-м, это отношение было пересмотрено. Собор проходил с перерывами с октября 1962 по декабрь 1965 года. В его работе приняли участие 3058 епископов и настоятелей монашеских орденов. На нем также присутствовали миряне, наблюдатели от православных церквей и представители дипломатического корпуса. Собор признал православные церкви спасительными, а совершаемые в них таинства – благодатными. Признание таинств, однако, не означало автоматического воссоединения православной и католической церкви. До сих пор печальное разделение, начавшееся в XI веке, сохраняется. В настоящее время Римско-католическая церковь является крупнейшей церковью христианского мира. В 2009 году в мире насчитывалось примерно 1 миллиард 166 миллионов католиков. Официальный богословский диалог между католической и православной церквами начался во второй половине 20 века. На его повестке дня многие вопросы, по которым между двумя христианскими конфессиями имеются разногласия, в том числе вопрос о роли и значении римского епископа. В современной католической церкви присутствует сознание вины за причиненные православным бедствия. Католики официально признали униональную политику ошибочной. В документе, подписанном совместно православными и католиками, отмечалось, что имевшие место в прошлом попытки восстановления единства между Восточной и Западной церквами при помощи унии лишь усугубили существующее между ними разделение. В июне 2004 года Папа Римский Иоанн Павел II извинился перед патриархом Константинопольским Варфоломеем за захват Константинополя крестоносцами.
Ранее, в 1965 году, папа Павел VI и патриарх Константинопольский Афиногор сняли взаимные анафемы, наложенные в XI веке кардиналом Гумбертом и патриархом Михаилом Керуларием. Оба эти события, так же как и осуждение унии, свидетельствует о желании перевернуть мрачные страницы в истории православно-католических отношений и начать эти отношения с чистого листа.